Казахстанская медиа-академия представляет. Медиа-репортаж. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Юрий Выблов, я профессиональный фотограф. И сегодня на улицах нашего города мы спросим алматинцев о том, как они любят фотографироваться, хранят ли они дома семейный фотоальбом и какие им фотографии нравятся. Поехали! Какие вы любите фотографии? Цветные или черно-белые? Конечно же, цветные. Они ярче. Они передают эмоции. Черно-белые, это, кажется, уже прошлый век. Храните ли вы дома семейный фотоальбом? Конечно. Еще и на стену вывешиваю красивые, большие. Покажите вашу любимую позу. Такую веселенькую. Наверное, как вы любите фотографироваться? Ну, вот что-нибудь типа такого там. Ну, вообще люблю с детьми фоткаться своими. Какие лайфхаки вы используете, когда фотографируетесь? Я даже не знаю. Все от настроения, наверное, зависит. Такого вот прям нету конкретного. И от ауры. Кто со мной рядом, допустим. А таких прям нет у меня лайфхаков. Максимальная сумма на потраченную вами фотографию. Было мероприятие, и был как раз, как это называется, розыгрыш, да? И разыгрывали фотографию. Я ее купила за 300 тысяч тенге, кажется, это было. Да. Это самая дорогая фотка была. Какую максимальную сумму вы потратили на фотографию? Это было давно, наверное, лет 15 назад. А точную сумму? Вот честно не помню, наверное, около 10 тысяч тенге. Храните ли вы дома семейный фотоальбом? Скажите, пожалуйста. Да, у нас есть семейные альбомы. Какое ваше любимое позирование при фотографии? Как вы любите позировать? Покажите нам. Просто стою, улыбаюсь. Какие фотографии вам нравятся? Черно-белые или цветные же? Они обе красивые. И черные, белые, и цветные. А что вам больше нравится? Студийное фото или же фото на природе? Тоже обе нравятся. У каждого свой шарм. В каждой фотографии. Скажите, пожалуйста, какие вы любите фотографии, черно-белые или цветные? Я люблю цветные фотографии. Храните ли вы дома семейный фотоальбом? Да, у родителей дома у нас есть такой альбом. Какую вы фотографию предпочитаете, студийную или на природе? Наверное, на природе. Потому что они более живые, передают настроение, а студийные, они такие чуть искусственные как будто. И какую максимальную сумму вы потратили в своей жизни на фотографию? 150 тысяч тенге. Ну, там не одна фотография была, это был как бы фотосет. Он был как раз на пляже, вот, и был очень хороший фотограф, поэтому я раскошелилась на такую сумму. Илья, скажите, пожалуйста, какие вы любите фотографии, черно-белые или же цветные? Я предпочитаю цветные фотографии. Храните ли вы дома семейный фотоальбом? Скажите, пожалуйста. Да, у нас есть несколько фотографий, но основная часть фотографий в электронном виде хранится, конечно же. Ваше предпочтение – студийная фотография или же любите на природе фотографироваться? Я предпочитаю фотографии в горах. На природе, конечно, они более живые, передают и настроение, и эмоции, и, конечно, сохраняют впечатления, которые были пережиты в этих местах. Скажите, пожалуйста, вот максимально потраченная сумма на фотографию, которую бы вы потратили? Не знаю, на фотосессию, если считать, на хорошую, ну, тысяч, наверное, 30 тенге. Анна, скажите, пожалуйста, какие вы фотографии любите? Черно-белые или же цветные? Нету какого-то прям предпочтения. Бывают цветные фотографии очень хорошие и черно-белые. Зависит от самой фотографии.
И вопрос, храните ли вы дома семейный фотоальбом? Да, конечно, у нас есть фотоальбом с фотографиями моих прабабушек, прадедушек, со старинными фотографиями. Какую фотографию вы предпочитаете? Фотография в студии или же фотография на природе? На природе, конечно. Мне больше нравятся не постановочные фотографии, а живые, чтобы это были прям максимально в движении или вот, в действии. Максимально потраченная сумма на фотографию вами? Ни разу не тратила каких-то денег на фотосъемку какую-то, но я думаю, что сейчас это стоит, если хороший фотограф, будет стоить не меньше 50 тысяч тенге, наверное, за час. Ну вот, мы и провели блиц-опросы наших алматинцев по фотографии. С вами был Юрий Выблов. Всем пока. Казахстанская медиа-академия представляет. Медиа-репортаж.